Машка, познавашка. Смотрите, ребята, машинки на всех парах спешат на гонки. Так-так, эти на гонки, грузовик по делам. Но они что, все решили без правил поездить? Ой-ой, машинки, на встречную полосу выезжать нельзя! Похоже, не слышат. И что будем делать? Машинки! Стойте! Так ведь нельзя! Ну вот и все. Вот вам и гонки. Теперь уже никто не спешит. Доигрались! Нужно вызвать эвакуатор и полицию. Пусть во всем разбирается. А пока эти службы едут на помощь, мы с вами посмотрим еще один драйв. Ух ты! Видите? Это еще одна гоночная! Куда же она так спешит? А вот и соперник едет навстречу. Как соперник? Это же БТР! Умняшка, не переживай. Он здесь, чтобы проучить эти непослушные машинки. Пусть навсегда запомнят, как ездить нельзя. Что сейчас будет? Вот-вот, то и будет. Кто немножко сильнее, тот и победит. Фух, хорошо, что это понарошку, а то бы красной машинке совсем не повезло. Так вот бывает, если правила нарушать. Все запомнили? Ну что ж, продолжим. А вот еще одна гонка мчится. Внимание, внимание, синий автомобиль, немедленно остановитесь. Ну, с этой все ясно, ее остановят, полиция знает, как с ней поступать. Смотри, умняшка, они не успели. Ну как так бывает? Ну почему? Как хорошо, что это игра, и все, что мы видим, не настоящее. Ну да, хорошо, что здесь нет людей. Пусть лучше смотрят и запоминают. А где полицейские? Куда они смотрят? Вот они едут. Еще чуть-чуть. А, как так получилось? Вот-вот. И это в пример. Смотрите, ребята, как делать нельзя. Ну все, с меня хватит. Тупые машинки сегодня вокруг. Умняшка, не горячись. Сегодня у нас очень важный урок. Очень важный. Да, важный. Мы всем показали, чего на дорогах делать нельзя. Еще один случай. Такой вообще недопустим. Полиция должна быть примером. И правила сделаны, чтобы их соблюдать. Хорошенько запомните эти слова.